Всем привет! Также приехала вот такая новая модель. В принципе, двигатель это тот же КП-460Е, да, многим знакомый, мощностью 20 лошадиных сил. Но здесь он прошел некоторое такое усовершенствование, то есть в него установлен вот что, то, что китайцы называют ECC, Electronic или Controlled карбюратор, и теперь он вот такой конструкции, да, и мощность Лифан, теперь производитель этого двигателя, обозначает как 22 лошадиные силы. Но мы видим, что конструкции на самом деле сильно отличаются, да, от базового двигателя. То есть, если снять вот эту крышку, за ней находится плата. Соответственно, тросик газа уже вводится сюда. Здесь нет, соответственно, бензокрана, рычага управление бензокраном и воздушной заслонкой. Но как это все работает на деле, мы, наверное, покажем чуть позже. То есть пока его еще не запускали. Это новая модель. Можно также снять, например, плату, посмотреть, что из себя представляет фильтрующий элемент. Ну, как видим, здесь все устроено теперь вот так. Это фильтрующий элемент странной формы. Ну и, соответственно, плата управления карбюратором.